Великий реформатор, выдающийся политический деятель, перевернувший ход истории. Человек, который искренне и преданно служил не своим личным интересам, а всему обществу и всему государству. Все это о Петре Аркадьевиче Столыпине. Память о нем отныне увековечена в самом сердце нашего города. По инициативе и на средства мецената Василия Перевалова в Великом Устюге установлен памятник великому реформатору Российской империи. Идею увековечить память великого русского деятеля Василий Михайлович вынашивал почти 30 лет, и, наконец, ее удалось реализовать. В любом случае, да, для нашего туристического города арт-объекты, без сомнений, важны, они нужны, они интересны. Вот, и Василий Михайлович Перевалов, председатель правления нашей холдинговой компании, он давно вынашивал мечту поставить памятник именно Петру Аркадьевичу Столыпину. Вот, в связи с тем, что это великая личность была в истории, пусть он и был всего 5 лет премьер-министром Российской империи, да, то есть это человек, который за 5 лет сделал очень много для России, то есть и для Сибири, и для Дальнего Востока, для сохранения их в составе Российской империи. К сожалению, годы выпали на его правление, так сказать, такие лихие, да, когда уже революционные были настроения, да, уже первая революция прошла. Вот, и всего 5 лет человек смог потратить, то есть в те времена это совсем небольшой срок для России, совсем небольшой срок. Вот, и, как мы знаем, его подорвали террористы, да, в Киеве, убили. Много можно спорить о роли личности в истории, да, но вот именно Василий Михайлович Перевалов считает, что этот человек был очень достойный. И даже враги его, да, тот же Бисмарк, например, да, наш канцлер Германии, знаете, говорил о том, что если бы Столыпин, скажем, в России остался, то она стала бы, без сомнений, сверхвеликой державой. Жители города, несомненно, рады тому, что город благоустраивают и украшают. Между тем, музейное сообщество и историки отмечают важность монумента именно с точки зрения сохранения исторической памяти. Ну, я думаю, что можно было бы в любом городе нашего государства ставить памятник Петру Аркадьевичу, хотя понятно, что к Устюгу и многим другим городам он буквально отношения не имел. Просто это человек, действительно выдающийся политический деятель, который очень много сделал в целом для России. Вот он реально до последних вот своих дней, когда он трагически погиб, он совершенно искренне служил России. Вот он явно незаурядный и точно очень хорошо образованный человек. Когда он возглавил, стал председателем Совета министров, он понимал, что России необходимы реформы. Смелый, благородный человек, обладающий неординарным мышлением. Эти качества позволяли ему бороться с консервативными настроениями и двигать Россию вперед. Не зная своего прошлого, сложно двигаться в будущее. Сохраняя историю, в первую очередь мы заботимся о будущем поколении, наших детях, внуках и правнуках. Татьяна Меркурьева, Вячеслав Голиков, телеканал «Русский Север».